Прометер Казахстана, Республикасы, президента, наш шултана Назарбаев, Танхалка, Жолдаунар Налган, брифинг терм сдержал Уважаемые коллеги, мы продолжаем серию брифингов, посвященных посланию главы государства народу Казахстана. И у нас в гостях, позвольте представить, председатель ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан Рахман Алшанович Алшанов, ректор атрауского университета нефти и газа Але Ажимович Абишев, ректор Международного университета информационных технологий Дамир Абдухаливич Шинабеков. уважаемые гости добро пожаловать алғашқы сөз кезегі рахман алшанұлы өзіңізге беріледі құрметті журналистер қазір бүкіл елде халқымыз барлығы елбасының жолдауын талқылауда маңыздылығы ерекше қарасаңыздар соңғы кездерде көп бағдарлама қабылданды Солар ішінде жыл сайын нақтыланып қандай өзгерістер болып жатыр неге көңіл бөлуіміз керек соны рет ретімен осы соңғы баяндамада жеткізілді негізгі шынымен қарасаңыздар жүзіндегі қазір тез дамып келе жатқан жаңа өндірістік революция дамыған елдер қазір солардың қатарында алдында келе жатыр елбасының ойы елге айт біз соған қалмауымыз керек кеше айтқанда біреудің шаңын жұтуға жұтып қаламыз тотып қалсақ соған байланысты бірінші проблемадың ішіндегі цифровизация деді ол жа, ақпарат технология жаңа кезеңі оны толығырақ қазір біздің дамир шыныбеков айтады осыған байланысты тек қана мына өзгерістер осыған емес бұрынғы келе жатқан қалыптасқан салада ә, шикізат өндіруде мұнай саласын атын баса, бүгін мына әли әжімо айтады оны жөнінде ал шаруашылық болсын ә, шағын орта бизнес болсын бірақ осылардың барлығында осылардың ішіндегі негізгі мақсат негізгі орны білім саласы осы жаңа салаларға жаңа кадр дайындауымыз керек жаңаша оқытуымыз керек қазір ө, көп өзгерістер болып ватыр қазақстанда қазір жүз отыз оқу орындары бар оқып жатқан санда студенттердің саны төрт жүз жетпіс жеті мың бакалавриатта магистратурада отыз екі мың адам оқып вжатыр докторантурада екі мың жеті жүз енді осыдан жеті жыл бұрын қарайтын болсаңыздар студенттердің саны жеті жүз жеті жүз мыңнан астам еді сон екі есе төмендеді деп айтуға болады бірақ соған байланысты соңғы кезде сапаға көңіл бөлуді мсалы айтайық мына бакалавриатқа бес мың одан қосылатын болса енді магистратура қазір үш мың адам қосылды биылдан бастап ақылы бөлім ашылды докторантураға болашақта қазір докторантураға биыл мың орын қосылып отыр енді салыстыратын болсақ оңтүстік кореяда докторантурада оқитын балалардың саны елу тоғыз мың бізде мінекей бүгінгі таңда мың тоғыз жүз дамыған елдің қатарына қосатын болсақ осындай мамандар дайындауымыз керек соңғы кезде шет тіліне көп көңіл бөлініп жатыр қазір қырық ә, екі жоғары оқу орындарында шет оқылып жатыр солардың ішіндегі айтатын болсақ міне бар болғаны әзірше көп емес бакалавриатта мың алты жүз магистратураа мың алты жүз докторантурада екі жүз жиырма үш бала шет тілінде оқып жатқандар олар енді үш пайыздан аспайды үш пайыз төрт пайыздың төңірегінде әлі де болса аз біз енді озық технология меңгеретін болсақ олардың бәрі тіл білу керек қазір жаң, жаңа технологияның барлығы шет тілден келіп жатыр ағылшын тілінде соған байланысты қазір мына соң кездегі біз жоғары оқу орындарының қауымдастығында сол аударудамыз биыл шыққан шетел гарвард оксфорд ә, атақты университеттерде шығыпватқан кітаптар биыл жатыр. биыл шыққан биыл аударып оқу орындарына жеткізіліпватыр соған байланысты қазір биылдан бастап бірінші рет ағылшын тілінде қазақ қазақ тілінде шыққан оқулықтарда аударылып ағылшын тілінде ол жаңадан шығып жатқан жаба әлі де қиындықтар бар бірақ дегенменде осыған не мақсат неде ертеңгі күні біздің туындылар шетелдікке белгілі болсын соңғы кезде шетелден келетін мамандар саны өсіп келе жатыр бізде адамдар барды оқып жатыр соған байланысты қазір енді оқу бағдарламаларының бәрін жаңартуда осыған көп көңіл бөлуде уважаемые журналисты сейчас в последнее время уделяется большое внимание реализации новых программ Системы образования. Глава государства в своем послании обратил особое внимание, потому что модернизация, четвертая промышленная революция, развитие базовых отраслей, повышение производительности труда, развитие агропромышленного сектора, развитие малого бизнеса – это во всех сферах нужны кадры новой формации. Например, возьмем Алмату. Алмата сегодня является одним из доноров республиканского бюджета. Погоду делает малый и средний бизнес. И какой бизнес? Это инновационный бизнес. Высшее учебное заведение готовит кадры, которые приходят в эти компании, в эти организации, привносят новые. И золото Алматы, нефть Алматы как раз являются инновационные кадры. И на это президент делает особый упор. Потому что довести до 50% долю малого среднего бизнеса по стране – это очень большая задача. Алмата должна опередить остальные регионы на 5-10 лет раньше, чтобы остальная республика поднялась. Точно так же по полиязычию. В последнее время сейчас выделяется большое внимание. В 42 вузах сегодня реализуются программы на английском языке, хотя доля еще небольшая, скажем, порядка 4%, но тем не менее тенденции имеют к росту. Сейчас принято решение о написании учебников на английском языке наших казахских учебников, изданных на казахском языке. Для чего? Для того, чтобы мы... Есть что сказать миру, есть достижения ученых. Да? Он... Есть, критикуют, есть проблемы, но тем не менее такие подвижки имеют. Сейчас вот, переводится 50 учебников, в будущем планируется ежегодно эту э, цифру увеличивать. Э, мы сделали достоянием открытой республиканской электронной библиотекой, сделали доступным этих книги для всех. Большая задача стоит по цифровизации, по модернизации, модернизации, национальной экономики. Роль цифровизации имеет огромное значение во всех сферах. Президент обозначил мобильный банкинг, электронную торговлю и так далее. Я думаю, более подробно об этом скажет наш профессор Дамир Шинобеков. Одновременно президент говорит о развитии базовых отраслей. В базовых отраслях, вот здесь Олег Жим представляет отростки нефти и газа, да, они тоже нам нужны. Нефтяная эра не закончилась, не закончится, хотя дискуссии вокруг этого, но тем не менее, слухи о том, что умирает эта эпоха, я думаю, еще преждевременные. Еще долгое время мы будем этим заниматься, поэтому кадры нужны и для этой сферы. Сейчас одной из больших задач является требование работодателей. Впервые вот в этом году работодатели утвердили положение о порядке формирования, разработки профессиональных стандартов, на основе которых мы должны готовить учебные программы. И президент об этом сказал, что образование станет центральным звеном модернизации, она должна строиться в соответствии с требованиями работодателей. То есть в будущем предполагается, что все образовательные стандарты будут строиться на основе профессиональных стандартов. Теперь работодатели вырабатывают свой, будут создавать центры квалификации, центры присвоения квалификации. И тогда эти кадры будут точно отвечать их требованиям. Потому что были дискуссии, кто для кого готовит. Исходя из новых требований, посланий, я сейчас вот кен разработала специальное положение о порядке формирования и введения реестра центров сертификат специалистов. То есть ВУЗ дает диплом об окончании, затем вы приходите, если хотите работать, приходите в центры, например, ассоциации горододобывающей промышленности, проходите и дают вам квалификацию. Инженер первой категории, второй категории, третьей категории. Вы значит, нефтяник, там, буровик и так далее. И уже имеете допуск на то или иное предприятие. Это вот новое слово, потому что мы долгое время об этом говорили, но впервые вот принято такое решение. Это, конечно, тогда должно решить проблему противоречия между рынком труда и сферой подготовки кадров, сферой образования. Потому что нас, Юрий Прикаль, не, того готовить, не так готовите. И это будет, естественно, за, соответственно, этими центрами. Поэтому формирование центра – непростая задача. Сейчас идет подготовительная работа. Большая значит, задача связана с тем, чтобы готовить кадры для мало-среднего бизнеса, инновационный менеджмента. Сейчас во многих вузах страны открыты бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, с тем, чтобы студенты в рамках обучения, в рамках учебного процесса становились не просто там просителями работы, а становились работодателями. И такие примеры, есть очень хороший пример имеется во всех регионах. Пока их не может недостаточно, уже мы имеем порядка 10-20 центров, а должно быть повсеместно. И студенты уже зарабатывают. Например, наш университет Туран Студенты уже реализованы, 500 студентов приняли участие в первом проекте, 200, 200 проектов выиграли, из них сейчас открыли центры, получили первый заказ на 27 миллионов тенге. Это большая, так сказать, большой объем для, для начального. Если так будет везде, тогда мы решим очень много проблем. Поэтому вот хочу сказать, что завершая свое выступление, послание президента существенно. Потому что здесь поставлены задачи на перспективу, они являются продолжением тех задач, которые были ранее поставлены, идет конкретизация и наполнение новым смыслом. Были акценты поставлены, новые акценты поставлены. И система образования, конечно, должна естественно, ответить адекватно. Для этого возможность есть. Да, нерешенных проблем немало. Сейчас мы говорим о полиязычестве. Это непростая задача оказалась, потому что не все преподаватели готовы вести на английском языке. Это требует времени. Поэтому, естественно такая задача стоит. По цифровизации, по ее внедрению тоже непростая задача. Эти задачи вот нужны. Мы обсуждаем, мы готовимся к ним. Я надеюсь, это в перспективе будет решена. Я хотел бы слово, чтобы наши коллеги продолжили этот разговор. Рахман Алшанович, благодарим вас. Следующее слово. Али Ажимович, пожалуйста, вам. Был ельбасы Ткелей Ултук Жоспар, Жус Кадам, Жус көптеген тапсырмалар олар істелініп жатыр бірақ мына біздің білім саласына келгенде көптеген жаңа бағыттар көрсетіліп тұр ну уважаемые коллеги уважаемые присутствующие я хотел бы сказать что действительно современная модернизация она напрямую связана с технологизацией И технологизация – это не только напичкивание той или иной отрасли современными средствами, это, как Рахман Ашанович очень верно сказал, это выстроить целостную единую систему, применительно к образованию все уровни, все ступени, все этапы образования должны стать целостными и должны стать завершенными. И в этом плане, если мы будем говорить о начальном образовании, о среднем образовании, о высшем образовании, о послевузовском образовании, о дополнительном образовании, это должно стать единой системой, потому что технологии и технологическое развитие это прежде всего выстраивание целостной единой системы будь то производство, будь то образование. Что касается сферы образования, я хотел бы особо отметить, как мы говорим о диверсификации экономики, следует говорить и о диверсификации образования. И в этом плане образование должно стать разнообразным, разновариативным. И в этом есть большие резервы. И в этом может быть реализовано это основное требование – это инновационность современного образования. В частности, сейчас казахстанские высшие учебные заведения переходят на трехязычное образование. И помимо образовательных программ на государственном языке, на русском языке, сейчас активно развиваются программы на английском языке. Это веление времени. И об этом послании главы государства четко сказано. Во-вторых, я бы особо отметил бы э, дуальность в образовании это тоже веление времени практика ориентированное обучение. Вот в частности в АТРАУ на базе нашего вуза мы сейчас реализуем пять дуальных образовательных программ вместе с крупнейшими нефтяными компаниями. Это означает, студенты не только обучаются, но и параллельно они работают на вахтах, на месторождениях, на предприятиях. Это дает возможность им получать практические навыки уже непосредственно в студенческие годы. Также я хотел бы особо отметить, что 10 Высших учебных заведений плюс один ВУЗ, это вот наш ВУЗ, 11 высших учебных заведений активно сейчас открывают и реализуют инновационные программы в рамках КФИР. И в частности за два года нами было открыто четыре новых инновационных образовательных программ. Хотя мы представляем собой традиционную отрасль, базовую отрасль казахстанской экономики, но она тоже имеет возможности для технологизации, для модернизации и развития. Скажем, мы готовим буровиков, но современные требования производства они таковы, что э, необходима дифференциация подготовки кадров буровиков. Если раньше мы готовили буровиков, которые заходили на глубину, скажем, 3000 метров, 5000, то сейчас необходимо готовить специалистов, которые могут бурить и на 7000 метров. А возьмите, э, скажем, освоение тех же месторождений на Каспийском шельфе, там совершенно другие подходы. Поэтому современное нефтегазовое образование на то, тоже активно диверсифицируется. Мы открываем э, совместные программы с нашими ведущими международными партнерами, и программы КФИР, они на это нацелены. Мы активно стараемся привлекать зарубежных преподавателей и э, профессоров, и также отправляем на программы академической мобильности наших студентов в ведущие э, профильные вузы Европы и Америки. И э, особо хотелось бы сказать, что э, диверсификация образовательных программ, она касается программ переподготовки, повышения квалификации, и в этом плане система образования она должна находиться в тесной увязке с национальными рамками квалификации, и в этом тоже перспективы развития нашего э, нашей системы образования. И э, э, хотелось бы особо сказать что современные вузы они становятся центрами центрами Развития инноваций, центрами развития предпринимательства, центрами поддержки предпринимательства и э, лаборатории, Цеха и э, те инновационные производства, которые э, сейчас э, начинают набирать э, э, свое развитие высших учебных заведений, они могут служить э, целям реальной экономики. То есть образование должно э, прежде всего быть ориентировано. На решение задач, связанных с экономической модернизацией и вхождением. Казахстана в тридцатку развитых стран. Но это означает и, что казахстанское образование по качеству подготовки, по уровням подготовки, по технологиям обучения должно тоже соответствовать уровням 30 развитых стран и по образовательным стандартам. И В этом плане, конечно же, миссия современных университетов она более конкретизируется, и современное образование должно в тесной связке находиться с задачами развития национальной экономики и производственной сферы. Спасибо вам, Дамир Абдухалиевич. Пожалуйста, вам следующее слово. құрметті әріптестер құрметті журналистер мынау уақыт тығыздығымен н қысқа қысқа ретінде айтайын бір нақты нақты ұсыныстарым бар еді во первых уважаемые коллеги послание главы государства оно действительно является историческим Почему? Потому что если вы посмотрите из пяти э, приоритетов, э, которые необходимо нам решить для дальнейшей модернизации в эпоху четвертой э, революции, технологической революции, промышленной революции, э, это первый приоритет модернизации экономики, второй, и четвертый приоритет э, дальнейшее развитие человеческого капитала, и последнее это создание киберсчета. Все они напрямую связаны с развитием инфокоммуникационных технологий. Более того, не просто информатизация общества. А цифров, цифровизация, уход, уход в цифру, уход более качественный, быстрая доставка контента, этот контент становится более глобальным, этот контент э, уже не признает границ, и контент становится более э, клиентоориентированным. В этом отношении, конечно, нам мы, мы очень многое предстоит сделать. Э, вот проект госпрограммы «Цифровый Казахстан» как раз по этим направлениям и двигается. Если вы посмотрите, то последние годы в области инфокоммуникационной технологии происходят просто нереальные изменения, можно сказать, революционные изменения. Появились новые индустрии, новые сферы экономики, такие как M2M, Big Data, ну, объем больших данных и их аналитика, дополненная реальность. 3D-принтинг становится уже практически реальным его применением. И сейчас даже в Казахстане ни в одном из учебных заведений, наверное, не станет новостью использования 3D-принтера, если этот ВУЗ ставит перед собой инновационное развитие. Так вот, каким образом, в каких направлениях необходимо нам серьезно развиваться? Это, конечно же, для серьезной потенциальной информатизации нашего общества нужны четыре направления. Первое, что мы должны сделать, это мы должны решить вопрос цифрового неравенства. Если реально почти 80% нашего населения не будет иметь доступ к широкополосному скоростному интернету, конечно же, эту программу практически невозможно будет решить. Это первая задача, задача инфраструктуры. Вторая, нужна реально критическая масса специалистов, которые смогли бы создавать, креативить и, самое главное, имплементировать, пользоваться в бытовой жизни и показывать это всему населению специалистов то есть так называемое креативное общество нам нужно. В этом отношении, конечно, роль высшего среднего после, после вузовского образования, она возрастает в разы, И причем у нас времени очень-очень мало. Следующее – это цифровизация, цифровые преобразования во всех сферах деятельности, начиная от логистики, заканчивая сельским хозяйством, социальной сферы. Вот говорилось о здравоохранении, это большие изменения, которые требуют широкого применения именно ИКТ во все отрасли нашей деятельности. Ну и последнее, это, конечно, то, что у нас лидирует в Казахстане, это проактивное правительство, проактивное государство во внедрению электронного правительства, дальнейшей всей сферы жизнедеятельности, чтобы каждый гражданин общества не представлял себе свое обращение с государством без использования информационно-коммуникационных технологий. Вот во всех этих четырех направлениях, конечно же, Большая роль остается за высшими учебными заведениями. Приведу как бы, простые примеры, в частности на, в области э, ИКТ, на примере IT-университета. С первых дней мы поставили перед собой задачу мы были открыты по поручению главы государства э, в 2009 году, ровно 7 лет назад, для диверсификации экономики необходимо было готовить айтишников э, нового формата. В этой связи в рамках государств частного партнерства был открыт международный IT-университет. С этого периода мы в первую очередь искали партнеров, которые могли бы дать знания нового формата. Стали давать знания принципиально на английском языке. Почему? Потому что 80%, а даже в некоторых случаях, в частности по IT, почти 90% новой информации, новой литературы уходит на английском языке. Как только мы начинаем заниматься переводами и адаптацией под нашу реальность, мы теряем время как минимум в 4 года. Сейчас уже по, по результатам анализа Google, компания Google дает такие новые специальности, которые будут крайне востребованы через 5 лет. Это аналитики аналитики в области больших данных, аналитики в области информбезопасности, веб-разработчики также остаются очень востребованным. Только в Америке на 25% необходимо будет увеличить количество этих специалистов. Но самое главное, в высших учебных заведениях, особенно в Казахстане, необходимо понять одну простую вещь. Мы не сможем готовить специалистов, востребованных на рынке, пока мы с этот рынок сами не будем создавать. Поэтому в послании глава государства четко говорит непосредственно о создании стартапов стартап-проектов. Стартап-проекты – это зарождающиеся компании, которые могут э, стать драйверами в различных сферах экономики, о которых мы, может быть, даже не, не задумываемся. Поэтому здесь одна большая еще проблема встает. Сейчас, как Рахман Шанж сказал, 400, порядка 480 тысяч студентов учатся в учебных заведениях. Но посмотрите, сколько учатся по специальностям IT. Около 50 тысяч, чуть больше 50 тысяч. Разве это достаточная критическая масса, чтобы что-то можно было нам реализовать? Ежегодно заканчивают высшее учебное заведение в области инфокоммуникационной технологий около 15 тысяч. Мы все прекрасно понимаем, что среднестатистически каждый, каждый шестой, седьмой может дать что-то, что может стать драйвером для развития экономики. В этом отношении мы прорабатываем сейчас вот совместно с ректорами предложения, и министерство в целом нас поддерживает, что необходимо увеличивать количество грантов на эту специальность. Ну и последнее, хотел сказать, если говорить о высшем образовании, всего 8 специальностей в той или иной степени готовят по IT. Это крайне недостаточно. Нужна узкая специализация. В этом отношении требуется пересмотр и классификатор специальностей. Несколько особенностей. Во-первых, впервые за последние годы было долгое время дискуссии между частным и государственным сектором. Сейчас этот вопрос нормализовался, стабилизировался. Из 130 вузов 54 частных. Так вот, из тех, кто реализует инновации, из 10 вузов, которые работают на английском языке, 176 образовательных программ, 8 реализуются в частных вузах. То есть частные вузы более активно, быстрее реализуют эти программы. Точно так же вот МУИТ частный вуз, который активно реализует эти программы, быстрее внедряет. Поэтому сейчас мы настаиваем на том, чтобы изменилось соотношение между бакалавриатом, магистратурой и докторантурой. Вот ассоциации вузов выше, чем заведено ставить потому что ну как... Кто будет реализовывать инновации? Кто будет проводить модернизацию? Конечно, не бакалавры. Это должны быть докторанты. Это должна как мировая практика, показывает. Поэтому мы вот настаиваем, что эти тенденции новые активную, активную роль выполняют и частные вузы. Уважаемые гости, благодарим вас за предоставленную информацию. На этом мы завершаем нашу работу. Спасибо вам.